Все, здравствуйте, поехали, возможно, покататься. Суля. Нас мало интересует врага. Я наблюдаю его одной. Вот. Это трава, наверное. Как обычно, маленько, но солнышко. Дисплей отсвечивает. Вроде рожки маленькие. Сигалеток, наверное. Ага, вроде растут. Это, наверное, мамка. Сейчас попробую еще поближе подойти. В общем, не получилось поближе подойти. Куда убежала. Осталось-то, блин, вот дойти до травы. Чуть-чуть ветер сильный дует, причем от них прямиком. А бегут они вообще как сумасшедшие. Тут по снегу у меня подслушало. Перед этим тоже 6 штук, по-моему, бежало. Из кустов метров 400, наверное. Если не больше, я еще думал, там где-то кабан бежит. По моим наблюдениям, косули кабана вообще как огня боятся. Ну и все, там минуток на 5 задержался, никого нету, дальше поехал. На поляне, тут 2 штуки еще вижу далеко. И все, и они именно меня услышали. Тоже метров 400, даже, мне кажется, еще дальше. Даже не разобрать там, кто какие. Где по снегу, где по воде. Видимо, слишком громко на коне. Это один из минусов. Но это ерунда. Так что вот так вот. Там еще есть где-то впереди один, сейчас посмотрю. Но ветер боковой, на него должен дуть. Может, к тому подкрастись попробовать. Как-то вот так вот. И что такой козлик вроде ходит? Время 12 часов дня. Шорох! Где тебе? Сейчас попробую чуть поближе подойти. Получится. Далековато. Ой, опять в синей-красной куртке. Это уже другой козлик. В общем, все скрадывание завершилось. Заметила нас коза. Вон он, тот один. Блин, на солнце, как обычно, на солнце. И вот он второй. Сейчас попробую, может, коза убежит, они еще останутся. Да? Морда. Вот так вот тут, в общем, белые жопы мелькают.